Румыния вошла в пятерку государств мира, критически зависимых от внешнего финансирования. Об этом говорится в отчете Международного института финансов. По его подсчетам, в нынешнем году инвестиции в экономику Румынии сократились на 3%, до 1,1 миллиарда долларов в сравнении с 2012 годом. По мнению авторов, эта тенденция самым пагубным образом отразится на экономике, если власти не предпримут конкретных мер. Так, вместе с Румынией критически зависимыми от внешнего притока финансов являются Турция, Польша и Марокко. Примечательно, что проблему в институте видят в продолжительной сверхмягкой монетарной политике США, что несколько улучшило положение развитых экономик, но пагубно отразилось на развивающихся. Если в этих странах внешнее финансирование сократится, то они попадут в сложную ситуацию с точки зрения ликвидности и кредитоспособности, говорится в документе.